Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю такую программу, которая называется «Орел и Решка». Вы, наверное, все ее знаете. Давайте начинать! Так, Искорка, давай с тобой... Так, Искорка, давай с тобой кидать монетку. А, ты кто? Орел. Я решка. Кто там? Это орел. Это орел. Ура! Ура, ура, ура. Вот это мои денежки. Предупреждаю сразу вам. Правила игры это и такие. Если попадается орел, и я, как вы слышали, сказала орел, мне дается большая сумма денег. Сейчас у меня будет 1000 рублей, а мне попалось всего-то 100 рублей. Монетку я тебе отдаю. Один, у тебя уже 101. Порадовала. Так, ну ладно. И мы должны купить на вот эти суммы денег, их всех потратить, какие-нибудь вещи. И давайте продолжать. Так. Вот, держи. А, благодарю. Я пакетик возьму. Так. Ну, блин, у меня всего-то 101 рубль. А у меня 1000. Пойдем себе накупать. О, тут вообще почти невозможно ничего купить. Так, шопкинцы 50 рублей. Не, я не буду половину тратить. Вот учебник 20 рублей. Уже 880 остается. А я пойду себе что-нибудь хорошее. Вот этот чемоданчик с киской. Сколько он стоит? 100 рублей. Ха, мне это по карману. Так, возьму вот этот чемоданчик. Расческа стоит 150 рублей. Не буду брать. Так. Вот Шопкинс, вот этот вот. Это Шопкинс. Сколько он стоит? 10 рублей. 10 я себе могу взять. У меня еще 700 остается. Так. Поняхи. Жаль, их не могу купить. А я зато могу себе... Я бы хотела Луну. А Луна сколько стоит? Нет, она дорого стоит. Зато я хочу плюшку взять. А плюшка тоже дорогая. Вот эту рарити я тебя возьму. Бери. Возьму рарити, плюшку рарити. Так. У меня сколько плюшка? 200. Сколько я уже потратила? Так. А, уже потратила 300 рублей. Нормально. Так, что мы еще взять? Так, я возьму еще себе чемодан хочу, но нет. Пойду посмотрю. Из еды у меня хватит денег на кексы. Кексы стоят 30. Это сколько у меня? Сколько там этот паштет стоит? Я уже не помню, сколько я сказала. Так, ну короче, книжка 20. А, 10. Паштет 10, а это 30. Нормально. Так, сколько это? 60 уже потратила. Вот ободочек дорогой, блин. Нарядики всякие. О, печенюхи, сколько печенюхи? Печенюхи, сколько вот мне можно взять одну печенюху и... Так, и все. Так. Печенюхи стоят 21 рубль. Это сколько у меня уже 21 рубль? У меня уже 8, я уже потратила 81 рубль. Это кошмар. У меня осталось всего... Где моя монетка? Где моя монеточка? Я монетку потеряла.
Где моя монетка? Ай, ладно. Потом приду. Ближе к кассе. Так. Так. Отсюда. Так. Ладно, пойду еще что-нибудь себе возьму. А я... Так, у меня уже... Вот тортик. Сколько? 300? 300. У меня уже тут... Нормально будет. Ай, не лезет. Так, возьму еще вот эту расческу на 150 рублей. Надо что-нибудь тогда по 50 взять. Вот Шопкинс. Вот этот редкий Шопкинс, он 50 стоит. Ай, корона упала. Так, это уже 800 у меня. Так. 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 Да, у меня уже 800. 800. Значит, мне еще можно что-нибудь взять. Так, еще вот это по 50 возьму. И еще надо что-нибудь по 50 взять. Что тут еще по 50 есть? Ну, еще один Шопкинс какой бы взять. Тут что-то новогоднее взять, Шопкинс. Ну, вот и все. Можно идти на кассу. Ох, как я много всего набрала. Ну, вообще-то, я все много правильных и хороших вещей взяла. Портфеля у меня не было, так что... Ну, короче, нормально. Так, здравствуйте. Здрасте. Пробить мне вот это все. Хорошо. Здик. 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 Убить. Пакет хотя бы нужен, да. Здик. 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 С вас всего 1000 рублей. Пакет бесплатно вам. Хорошо. Так. Вот 1000, пожалуйста. Раз. Так. Раз. Сколько у меня уже денежек? Ой, пожалуйста, 1000 рублей. Хорошо, сейчас мы вам все сложим тут. Сложим, сложим. Так. О, все. Остальное вы сами потащите здесь. Да, конечно. Все, до свидания. До свидания. Ладно, подруга, я тебя там буду выхода ждать. Хорошо. Я монетку потеряла. А, вот монетка. Спряталась от меня. Так. Ой. Так. Лёлочка, вы что-нибудь будете покупать? Да, вот у меня все в пакетике. Вы будете с пакетом покупать? Да. Хорошо. Пробить, блядь. Сдык. Сдык. Ой. Сдык. Сдык. Ой. С вас всего 101 рубль. Вот. Держите. А? Вот, пожалуйста. Да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Ай, блин. Деньга! Ай, деньга. Ай. Сколько у меня денег? Ай. Так, вы, вам это сложить все? Угу. В пакет. Так. Все, до свидания, до свидания. Ну как, подруга, купил себе что-нибудь? Да. А теперь мы посчитаем, сколько у нас вещей. У меня вот... Я на 1000 покупала. У меня 1, 2, 3, 4. Так, секундочку. 5, 6 и 7. У меня 7.
А у меня, я на 100 рублей покупала, ну, на 1000. У меня раз, два, три, ой, и четыре. Вот все, что я купила. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И напишите в комментариях, какой рюкзачок из шопкинсов не купила Твайлет. Всем пока. Пока.